В огромном океане Евгений Додолев смог встретить дочь самого Нептуна. В гостях у нас Елена Папанова, дочь того самого великого Папанова. Когда я была молода и юна, я очень из-за этого комплексовала. Он разведал самые глубокие тайны. Вы наблюдаете обнищание мужского духа вокруг себя? Мне было так стыдно, что там с папой снимают трусы. Исследовал карьерные водовороты. Вы-то как раз ради своих детей карьеры пожертвовали. У нас актрисы рожают, и через месяц они уже играют. И окунулся в пучину отношений. Вы завелись. А почему-то мне все равно есть второгодники. Золотая рыбка. Елена Папанова. Я всегда ходила на работу с удовольствием. Премьера. Смотрите в пятницу в 17:30 на телеканале «Москва. Доверие».